Каждый сезон в торгово-развлекательном центре «Акварель» проходят фестивали по игре в шахматы. Это цикл турниров. Пушкинская весна собрала порядка 100 игроков. Сегодня у нас проходит турнир по быстрым шахматам «Рапид». Контроль 10 плюс 5 на каждый ход. Участвуют как дети, так и взрослые. В обычных шахматах контроль классический, то есть в данный момент как минимум час каждому участнику на партию. В быстрых шахматах это 10 минут плюс небольшое добавление на каждый ход. Фестиваль длился несколько дней. Первый день «Рапид», второй «Блиц». Возрастных рамок не было. Участвовали как дети 5 лет, так и взрослые. Некоторые были даже старше 80. Все они занимаются в шахматных кружках и клубах округа. Чему ты уже за этот год научилась? Скажи. Научилась быстро принимать решения, научилась играть в шахматы. Уже приемы какие-то знаешь? Да. Расскажи, какие? Детский мат, коневые комбинации, взятие на проходе. В нашем округе все больше детей начинают заниматься шахматами. Кто-то этим увлекается с детского сада, многих ребят тренируют дома родители. По мнению преподавателей, эта игра помогает и в жизни. Благодаря ей дети учатся правильно оценивать, анализировать и находить выход в любой ситуации. А расскажи, зачем вообще детям нужно заниматься шахматами? Чтобы развивать свое мышление. Но я уже занималась, у меня много кружков, поэтому я решила выбрать именно шахматы. Потому что я в садике уже занималась шахматами, тут занималась шахматами. В конце турнира призерам подготовили медали, а победители были награждены кубками. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.